гитарка называется Музима Делюкс 25, производство ГДР, начало, первой половины 80-х годов, пример. Гитара довольно любопытная. Вот, на первое, что я обратил внимание, когда взял ее в руки, то, что у нее очень сильный резонанс, а непопычная звучит как полуакустика. Очень громко. По сравнению с другими электрогитарами. Например, у меня сейчас, буквально сегодня из США приехал Fender Deluxe, American Deluxe. И мы можем увидеть, что он гораздо тише. Ну, правда, как компенсация звучит. На звукоснимателях подключено звучит, конечно же, гораздо громче Музимы. У Музимы датчики довольно слабые, несмотря на то, что стоят потенциометры в 1 мегаом. Досталась она мне в достаточно плачевном состоянии, пришлось реставрировать, менять полностью лады. Бридж здесь не родной, рычага нет, видны трещины, сколы, лак потрескавшийся. Ну, в общем-то, это не страшно, наоборот, придает такой винтажный вид замечательный. Гитара, по всей видимости, из бука, сверху шпон, там несколько кусочков, скорее всего, дерева наклеено. Это Матиас Эклюнд, шведский гитарист, распитался уже, но не успел. Итак, что важно, гриф довольно толстый и самое главное широкий. То есть здесь не 42, 43 миллиметра, как на обычных электрогитарах, на том же Fender Stratocaster, а 45 миллиметров, то есть примерно как на акустических гитарах. Электроника сделана довольно нестандартно, то есть вот это включено нековый звукосниматель. А это бриджевый. Два вместе. Здесь мы видим ручку громкости. Ручка тона. Работает, как видим, достаточно резко. По всей видимости, это обусловлено тем, что стоит не логарифмический, а линейный потенциометр. Причем тон работает только в этом положении переключателя тембра. Здесь всего три положения, как мы видим. Первое, ручка тона здесь не работает. Здесь второе, ручка тона работает. Третье, ручка тона тоже не работает. И выключили просто гитару. Thank you.
себя ведет с ФУЗом.